За всю карьеру к Лионелю Месси накопилось всего два вопроса. Первый – это является ли он самым величайшим футболистом за всю историю футбола, и второй – когда он покинет Барселону. Сложно недооценить величие Лео, когда мы живем в эпоху двух гениев футбола – Криштиано Роналду и Лионеля Месси. Их футбольная карьера уже близится к закату, и до сих пор неизвестно, кем в будущем мы также сможем восхищаться. Два уникальнейших футболиста, но с абсолютно разной футбольной судьбой. Португалец никогда не задерживался в одном клубе и одном чемпионате, в отличие от Лео. Месси по-настоящему живая легенда Барселоны, и несмотря на то, что такие разговоры иногда ходят, но до недавнего времени даже не возникало вопроса, что аргентинец завершит карьеру в Каталонии. Но на сегодняшний день переход аргентинца в другой топ-клуб реален как никогда. Месси удалось поиграть с несколькими футбольными поколениями, в которых выступали по-настоящему большие звезды, такие как Роналдиньо, Дани Алвеш, Хави, Иньеста, Неймар, Ибрагимович, Суарес. Этот список можно продолжать очень долго, и честно говоря, кажется, что на данный момент в команде катастрофически не хватает топовых партнеров для Лео. А тут еще как ни кстати появились разговоры, что Барселона намерена избавиться от Суареса. Возможно, это тоже подтолкнуло аргентинца на мысль о смене клубной прописки, ведь самый яркий момент карьеры аргентинца – это времена, когда они выступали вместе с Хави и Иньестой. Это был убийственный треугольник, которому было абсолютно плевать, кто против них будет противостоять. Месси, безусловно, выделялся, но без своих партнеров он вряд ли бы стал тем, кем является сейчас. Очевидно, что Лео отдал себя полностью Барселоне. Отдал свои лучшие годы, годы яркого футбола. И, конечно, выглядело бы очень сентиментальным решением доиграть в Каталонии до конца карьеры. Но аргентинец считает нужным в данный момент поменять свою жизнь и перейти, возможно, к своему лучшему наставнику Пепу Гвардиоле. Другой вопрос, что из этого выйдет? Ведь в Англии играет в абсолютно другой футбол. Более атлетичный, скоростной. Как себя покажет Месси, сложный вопрос. Ведь игроку такого уровня просто никто не даст времени на раскачку. Всем нужен результат только здесь и сейчас. Как бы ни сложилась карьера, его решение надо принимать с уважением. Это по-настоящему великий человек, футбольный бог. Кто бы что ни говорил, уход из Барселоны – это вовсе не завершение карьеры. Ведь тот же Ибрагимович свои 40 только разогревает. И для Месси можете не сомневаться. Его возраст – это вовсе не закат. Live Sporting Tribune продолжает следить за ситуацией с Месси. Спасибо, что были с нами.